Здравствуйте, вы смотрите «Гороскоп», меня зовут Антонина Сатарова. И я расскажу, какие советы дают нам звезды в этот день. Овен. Вы обнаружите что-то забытое. Возможно, это будет какая-то вещица, потерянная вами много лет назад. Может быть, вас проснется давно увядшее чувство. Но нельзя исключать и возможности, что вы найдете клад. Телец. Соберите все свои эмоции и бросьте их на борьбу с текущими делами. Больше они все равно ни на что не пригодятся. Близнецы. Проживите этот день, как будто это последний день вашей жизни, и вам дорог каждый момент. Отбросьте всяческий прагматизм, только не подумайте ничего дурного, ничего с вами не случится. Рак. Вам, возможно, придется столкнуться с таким малоприятным явлением, как сплетни. Увы, в них придется основательно покопаться, если желаете узнать, как все было на самом деле. Лев. Доверяйте мыслям и чувствам других, даже если это задевает ваше самолюбие и не дает почувствовать собственную значимость. Если будете заниматься саморекламой, постарайтесь удерживать свою фантазию в рамках приличия. Дева. В этот день стоит доверять лишь первому впечатлению. Все остальные будут слишком сильно засорены вашей склонностью домысливать. Весы. Прислушайтесь к тишине между словами. В ней таится значительно больший смысл, нежели в них самих. С вами сегодня попытаются связаться и передать информацию более чем необычным способом. Скорпион. Вы можете показаться слишком уж деятельным человеком. Не стоит удивляться, если окружающие вместо восхваления вашего трудолюбия начнут шипеть, что они не железные. Стрелец. Измените давно сложившуюся схему действий. Если вы завтракаете на кухне, уйдите с тарелкой в комнату и так далее. Действуя в таком духе, вы сможете заметить нечто весьма интересное, ранее не попадавшееся вам на глаза. Козерог. Вас могут одолеть сугубо эгоистические желания. Возможно, это не слишком хорошо, однако если они не подразумевают причинение неудобств окружающим, стоит ли с ними бороться? Водолей. Вы можете продемонстрировать свои многочисленные достоинства в выгодном свете. Грех не воспользоваться такой возможностью. Рыбы. Кто-то явно положил на вас глаз, и сегодня вы рискуете стать объектом активных ухаживаний. Возможно, этот день станет поворотной точкой в вашей жизни.